На Самаркандском саммите ожидается подписание меморандума об обязательствах Ирана. В 2021 году лидерами ШОС было одобрено принятие Ирана в полноправные члены организации. Кроме того, меморандум о предоставлении статуса партнера по диалогу подпишут с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Одобрение заявок на получение статуса партнера ожидается с Бахрейном и Мальдивской Республикой. Шанхайская организация сотрудничества является важной паназиатской структурой по безопасности, охватывающей фактически все аспекты этой важной темы, темы безопасности. Прежде всего, речь идет о политической безопасности, политическом аспекте безопасности, но также в деятельности организации присутствует тема экономического, экологического даже аспекта, гуманитарного аспекта безопасности. В рамках проведения саммита планируется подписать ряд документов, нацеленных на усиление многопланового взаимодействия ШОС с выведением сотрудничества на новый уровень. Главным итоговым документом саммита станет Самаркандская декларация, которая отразит общие подходы стран ШОС к решению региональных и мировых проблем с обозначением приоритетов по развитию организации. Примечательно также участие в саммите и Азербайджана, нацеленного на получение статуса наблюдателя в ШОС. По мнению экспертов, данный шаг позволит активизировать связи Азербайджана с ведущими игроками ШОС, а также нарастить свой авторитет и торгово-экономические связи с государствами-членами организации. Все государства Шанхайской организации сотрудничества являются партнерами, стратегическими союзниками или же очень близкими для государства, для азербайджанского государства странами. И поэтому взаимодействие между ними и Азербайджаном, в частности, используя платформу Шанхайской организации, позволит укрепить уровень взаимодействия, позволит активизировать связи Азербайджана с этими государствами. Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Секретариат организации находится в китайской столице. Ядром организации принято считать страны Центральной Азии. ШОС была создана для развития нового формата сотрудничества в этом регионе. Напомним, что в 2017 году полноправное членство в ШОС получили Индия и Пакистан.